Баба Вера, опять с вами. Вот мне предложили посмотреть нашу певицу, украинскую, Ани Лорак, сопрано. Ну, давайте посмотрим вместе. Она мне вообще нравится. Но, говорят, она одна поет без фанеры. А там черт ее знает. Они сейчас все научились. Ну что, поехали. Мот, это она с ним поет. Угу. Вдвоем поют. Сопрано. Любишь, не любишь, это не важно. Ты обманула, я тебя дважды. Говорят, не кивай головой, ничего под музыку. Сиди, это что, так тупо сидеть и смотреть? Если нравится, сам начинаешь шевелиться. Хочет она реванш, готов бежать за тобой, я хоть до Ла-Манша. Голос такой мощный. Сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только мы одни на целом свете. Верили в любовь, любовь навеки. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать, что это значит. Только мы одни на целом свете. Верили в любовь, любовь навеки. Вместе, не вместе, разницы нету. Песню за песней, куплет за куплетом. Сердце кричит, остановите. Рвутся почти, что все наши нити. Режешь меня без ножа, ты прям по-живому. Давай начнем все, пожалуйста, по-другому. Не могу дышать, но сердце знает, как хочу кричать. Дуэт их не вышел шикарный, классный дуэт. Мне очень понравилось, что певица сама красивая и такая, ну, шикарная женщина, талантливая сама по себе. А еще так дуэт, ну, понравилось, очень понравилось. Вот так что клип достойный. Пока-пока. До новых встреч. Okay.